танцуем Коломину, гоп-шаг, гоп-шаг. Празднования начались. Каждую команду отправили на свою станцию, площадку в парке. Здесь ребята показывали, как умеют петь, танцевать, играть на барабанах. Мы вспоминаем те славные дела, которые вершили пионеры и в мирные годы, и подвиги, которые они совершали в годы войны. То есть и социальная значимость, и общественная значимость дел пионеров весьма высока, невзирая на то, как мы можем с вами относиться тем или иным образом к идеологической составляющей. Волонтерские организации «Самары» творили добрые дела весь год. Рассказ о своей деятельности собрали в огромную книгу. Пионеры 21 века очень похожи на своих предшественников. Они помогают людям, нуждающимся в этом, и все делают сообща, даже разговаривают. Мы делаем, как музей делаем, экскурсию. И сами познаем что-то новое. Ветераны нам рассказывают более красочно, ярко, в подробностях, показывают медали нам. Будь готов! Всегда готов! Это действительно очень важно, то, что вот это единство, когда ты вместе поешь песни в одном кругу, и когда все говорят «будь готов, всегда готов», и дают вот этот салют, вот эти вот 5 стран, и это на самом деле очень здорово, это объединяет и школы, и районы, и город, и всю страну в целом. Себя показали, на других посмотрели, и на центральную площадку парка. Здесь главные торжества. Волонтеры и пионеры лихо отплясывали под песни юных ленинцев, задором поколения, которого не напугать круглосуточной дискотекой. После праздника пионеры разошлись, но не по домам, а продолжать делать добрые дела. Этим они готовы заниматься, пока не подрастет достойная смена. Алексей Захаров, Артем Сулайманов, ГИС, События.